А ці ведаєте ви вже 110 іменів, які будуть депутатами? Опозиція скаже, що списки загадзя вообще складаються. Ви їх складаєте, чи хто? Ви знаєте, а ви, от ваша позиція, або ви, ну ви не від себе ж задаєте вопрос. Или вы тоже так думаете? Нет. Что у меня на столе уже лежат 110 депутатов, которых оберуть? Ну, слушайте, ну это смех. У нас в прошлом парламенте несколько было открытых, явных оппозиционеров. И несколько, которые думали иначе, чем я. Они не были в оппозиции, но они думали по-другому. Вы что хотите сказать, что они были в списке 110 в этот парламент, который действует? Нет. Поэтому да, мы поддерживаем некоторых людей, и на местах люди выдвигают и поддерживают, трудовые коллективы в этом участвуют, а у них сила немалая. Но это не значит, что мы будем навязывать вам эти кандидатуры. Парламент у нас, в нашей стране, в нашей системе власти не является Верховным Советом. Ну какая разница президенту, будет там 3-4, ну вообще гантелых оппозиционера или нет? Ну какая разница? Они же не будут определять политику парламента, тем более страны. Не будут. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы там разная шум, гадость была. Ну что вы на самом деле? Да будем мы избирать парламент такой, который будет работать в ваших интересах, если вы хотите сохранить главное – суверенитет, независимость нашей страны.